Господи Боже мой, на Тя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. «Во время она, входящую Иисусове в некую весь, с ритошейго 10 прокаженных мужей, и жесташа издалече, идти и вознесоша глаз глаголюще, Иисусе наставниче помилуйны, и, видев рече им, шедше покажитеся священником, и бысь идущим им очистишеся, един же от них видев, яко исцеле, возвратися со гласом велием славя Бога, и паде ниц при ногу его, хвалу ему воздая, и той бе самарянин. Отвещав же Иисус рече, не 10 ли очистишеся, да 9 где? Как и не обретошеся, возвращася дати славу Богу, токма и на племенник сей. И рече ему, восстав, иди, вера твоя спасе тя. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «В то время, когда входил Господь в одно селение, встретили его 10 прокаженных человек, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И тот был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, рассказывают о чуде, совершенном Господом во время своего последнего путешествия из Галилеи в Иерусалим на последний праздник Пасхи, когда он был распят. Когда Спаситель проходил из Галилеи в Самарию по пути в Иерусалим, его встретили 10 прокаженных. Как мы уже знаем, иудеи не общались с самарянами, а среди этих прокаженных был, по крайней мере, один самарянин. Но общее несчастье заставило их забыть, что одни из них иудеи, а другие самаряне. Они помнили лишь о том, что объединяет их страдания, и что им всем нужна помощь. Прокаженные целой группой, 10 человек, находились вдали, потому что закон запрещал им приближаться к здоровым людям ближе, чем на 45 метров. Уже отсюда видно, в какой изоляции жили прокаженные. И вот они остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Господь повелел им идти и показаться священникам. Очевидно, этим самым он давал понять, что они сейчас исцелятся, что уже начался сам процесс исцеления, и что они, как только дойдут до священников, окажутся совершенно здоровыми. Архиепископ Аверки Таушев отмечает: это значило, что он своей чудотворной силою исцеляет от болезни, ибо, посылая их к священникам для того, чтобы они, согласно требованию закона, освидетельствовали исцеление от проказы, причем приносилась жертва и давалось позволение жить в обществе. Покорность слову Господа идти на осмотр к священникам указывает на живую веру прокаженных. И действительно, по дороге они заметили, что болезнь их оставила. Получившие исцеление, они, однако, как это часто бывает, забыли о виновнике своей радости. И только один из них, самарянин, возвратился ко Христу, чтобы поблагодарить его за исцеление.
Этот случай показывает, что хотя иудеи и презирали самарян, последние оказывались иногда выше их. Александр Павлович Лопухин пишет. Этот факт евангелист Лука сообщает, очевидно, с той целью, чтобы показать, что язычники, самарянин был близок к ним, по крайней мере, по своему происхождению, оказывались более способными оценить блага открывшегося Царства Божия, чем иудеи, которые давно уже были приготовляемы к принятию этого царства. Господь со скорбью и упреком спросил, «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Эти 9 явились примером человеческой неблагодарности благодателю Богу, ведь они пришли ко Господу, страстно желая исцеления. Он исцелил их, они же были счастливы, что получили просимое, но им и в голову не пришло принести хвалу подателю этого блага. Только один самарянин отверженный остановился в изумлении перед чудесным исцеляющим и спасающим Богом и устремился воздать хвалу Спасителю. Много чудес совершает для нас Господь, многократно и многообразно, одаривая нас своими милостями и щедротами. Каждый из нас, взглянув на свой жизненный путь, увидит, что в течение всей жизни Господь ведет нас ко спасению, прощая грехи и даруя свои благодеяния, за которые мы должны благодарить Его. Но очень часто мы воспринимаем все доброе, что есть в нашей жизни, как само собой разумеющееся, как будто бы это дано нам по каким-то нашим заслугам, и нам некого благодарить за эти дары. Между тем, именно благодарение является сущностью христианской жизни. И вовсе не потому, что в этом нуждается Господь, а потому, что в этом нуждаемся мы сами. Только через благодарение мы можем подлинно приобщиться Спасителю и всему, что есть у Него. Лучше же благодарностью Ему будут наши усилия оправдать Его доброту и милосердие. Будем же, дорогие братья и сестры, учиться благодарить Господа за все, что Он нам посылает. Благодарить не только словами и делами, но и примером всей нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь. Господи Боже мой, на Тебя уповал, спаси меня от всех.